матче первом там в Братиславе. Тогда они обошли французов Анисину Пейзера и россиян Лобачеву и Авербуха. Подопечные Александра Жулина и Олега Волкова на льду. Юлия Злобина и Алексей Ситников. 11-й у них результат после короткого танца. Было много недовольства, скажем так, со стороны тренерского дуэта. Невысокими оценками своих спортсменов. Появится возможность расспросим непосредственно в прямом эфире, что же там случилось, за что были выставлены столь низкий уровень. Пока смотрим. Они мурашки по коже. Но мы видим, что Александр и Олег улыбаются.